попал как бы с регионального этапа, то есть изначально я участвовал в Тюмени, вот, в номинации «Успешность стартап». В дальнейшем я принимал участие в городе Ханты-Мансийск, и затем уже оттуда, став победителем своей номинации, попал в город Москву. Ну, успешный старт. Успешный старт, номинация, да. В принципе, организации все понравилось. Очень интересная была площадка, создана как для меня, молодого предпринимателя. То есть на одной площадке мы могли увидеть то есть уже успешных предпринимателей в качестве жюри, также и существующий бизнес другой, то есть все разные направления, то есть определенного направления не было, то есть производство, либо же это IT-услуги. Вот удалось пообщаться с людьми, вот, получил очень много полезных контактов, очень много узнал как бы о специфике своего бизнеса, вот, поделились члены жюри своим опытом, были проведены мастер-классы, то есть достаточно ведущие как знаменитых людей как на федеральном уровне, так и на российском уровне. Вот, в принципе, получил очень много полезной информации. Мой проект «Успешный старт», да, то есть я его начал реализовывать с 2009 года, как бы рассматривать этот промежуток времени можно было. То есть, ну, у меня производство достаточно сложно, мне нужно было, как бы, во-первых, найти производственное помещение, построить, возвести, закупить оборудование, то есть все это делалось при поддержке региональной власти, то есть департамент инвестиционной политики, фонд поддержки предпринимательства значительно внесли свой вклад в развитие моего бизнеса. Вот, в принципе, то есть я купил станки, я запустил оборудование, наладил, и в принципе, как бы за короткий срок мне удалось уже реализовывать продукцию как на Тюменском регионе, так и за его пределами. А что за продукция? Цилиндрованное бревно, то есть производство изделий с цилиндрованного бревна. Дома, беседки, комплекс бань, то есть достаточно как бы базы отдыха и коттеджный поселок.